Добрый день! Мы на Академии винила Project и Аудиомании. Сегодня здесь, на Барабанном 4, проходит уникальное мероприятие «Академия винила для новичков». Что здесь происходит? Здесь происходят лекции по трем интересным темам. Первая из которых – это выбор проигрывателя винила. Вторая – разнообразие подключений. И третья – уход и правильное хранение виниловых пластинок. Но мы ограничились не только лекциями, а мы еще и предлагаем людям все попробовать самостоятельно. Мы организовали три специальные зоны, где специалисты показывают, а пришедшие люди сами самостоятельно тестируют все возможности. Например, они учатся собирать виниловый проигрыватель, они учатся его подключать к усилителю и акустическим системам. Во второй зоне происходит тоже интересный ивент. Мы представили аж 4 системы с различными виниловыми проигрывателями и с различными их возможностями. Например, такие как вертушка с Bluetooth или проигрыватель винила с выходом на наушники. То есть такого раньше не было, и это очень интересное мероприятие, когда ты сам взял свой гаджет, то есть подключил его к проигрывателю, ты опустил тонарм, ты смотришь, как игла модулирует канавку виниловой пластинки. Это очень интересно, это очень занимательно, и это очень понравилось посетителям. Третья локация, которая представлена здесь в Аудиомании, это, конечно, уход и правильное хранение виниловых пластинок. Всевозможные средства, от щеточек до лизунов, от мата до вакуумной машинки, люди могут попробовать самостоятельно протестировать в действии конверты аналог Ренессанс, насколько они прочные, насколько они качественно сохраняют виниловую пластинку, попробовать снять мельчайшие частицы пыли с пластинки и многое-многое другое. Все это происходит на локации «Уход и хранение виниловых пластинок».